Всего на 3 дня с гастролями и мастер-классами в Нью-Йорк приехал легендарный кукольный театр Сергея Образцова. Самые знаменитые спектакли образцовской труппы, необыкновенный концерт и волшебная лампа Аладдина стали украшением месяца русского наследия, который организует русско-американский фонд под патронажем Марины Ковалевой. Театр Образцова внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый большой и самый посещаемый кукольный театр в мире. Спектакли-долгожители, которые были созданы еще в середине прошлого века под руководством своего вдохновителя Сергея Образцова, неизменно проходят с аншлагами. Не стал исключением и Нью-Йорк. Современные дети, избалованные компьютерными играми, с восторгом восприняли классическую игру старых тростевых кукол, аналогов которым в мире не существует. Ребенок же просит маму: купи мне куклу, купи мне паровозик, купи мне машинку. Он же не хочет эту куклу или машинку видеть только в этом виртуальном мире. Он хочет ее трогать и щупать. Поэтому, когда он приходит в театр кукол, и у него начинается общение с куклой через артиста, а наши куклы настолько живые, потому что у нас образцовская кукла, кукла, которая управляется тростями, она называется тростевая кукла. Это особая кукла. Это кукла, которую могут вести 1, 2, 3 человека. Поэтому у нее все части тела двигаются, и ребенок иногда не понимает, это кукла или это все-таки живой человек. Поэтому виртуальный мир не может заменить театр.